боялся услышать тайп-щит на сети у Джона, не так ли? Затопал ногами. Пацаны, по поводу этой строчки, блядь, никто ничего не знает, да? Я не знал, что Обла будет дропать такую строчку, нахуй. Лоу-ки. Он мне даже ничего не сказал об этом. Я такой, вау, нахуй. Заебись. Спасибо. Но ситуация была в чем, пацаны? Было одно событие, уже, блядь, полгода назад, где не хватало хедлайнера на тусе, на которой был я. Там кто-то сорвался, я не помню кто, очень быстро кто-то сорвался, и нужно было очень быстро найти замену, и Буди тогда, типа, предложили поиграть на той, ой, выступить на той тусе. Буда посмотрел лайнап и говорит, бля, братан, вот Джона, типа, с Джоном не выйду на одной сцене выступать. И мне, типа, об этом сказали, говорят, братан, вот такая хуйня, что делать будем? Но я не долбоеб. Естественно, блядь, на Буду придет в 10 раз больше людей, чем на меня, правильно? И я сказал, братан, окей, я нахуй, конечно, не понимаю вообще, что за бред, блядь. Но в тот момент, типа... Короче, суть в чем? Мне в тот же вечер в Питере была тусовка, и мне перенесли меня из той тусовки на другую. То есть я не остался без хлеба, я за те же бабки поиграл на другой тусе, и потом приехал на ту же тусу, вот. Тоже тусоваться, так сказать. Но да, Гриша мне... Я причем это не высказывался об этом, типа, потому что... Я просто выводы сделал, потому что, типа, ну, я на адекватном вайпе, знаете. Короче, да, такая схема была. Не Буда просил меня не играть тайп-щит, а Буда просто сказал, блядь, чуваки, я не буду выступать с этим типом. Мы все не в инсте, да-да-да-да-да. Вот такая хуйня. Ну, я не знаю, у Гриши, пацаны, уже давно какая-то хуйня, типа, блядь, я был... В прошлом году еще на Random Fest'е мы с ним поздоровались, типа, и он мне говорит, бля, а я там слышал, ты в Питере с моими опами тусуешься. Я такой думаю, блядь, с опами нахуй? Я говорю, чего, блядь? Я еще не понял, типа, знаете. И да, вот такая ситуация у нас была. Ну, по-моему, это L вообще полный, типа, нет? Вот так вот, типа, показывать, что он, типа, всемогущий, взял, типа, слил. На юморе сказал? Не на юморе, братан. Ну, он такой, видно, что он, типа, с недолюбливанием каким-то разговаривал, знаете. Я хуй знает, пацаны, мне кажется, это какой-то кринж, блядь. Типа, со мной, с этой, со всей ситуацией, я здесь вообще, блядь, ни при чем, нахуй, знаете, типа. Типа, пацаны же все, блядь, руки жмут, кроме, там, Гриши и этого, Облы. Давай, нахуй, тогда... Со всеми не дружить. Если все сопами дружат, знаешь. Ну, в общем, вот такая строчка. Обла отпустил. На самом деле вайб, типа, почему нет, знаете, типа. Такая схема. Я гламурный потомок. Буду в Детройте, живет. Я не знаю, где он живет, но... Со мной ситуация максимально кринж, блядь, как будто нет. Общаюсь с деньгами.